Настойчивый человек с телефоном у подъезда – плохой знак для одного из жителей дома. Задача курьера – забрать вещи и передать якобы попавшему в беду родственнику. Я не знаю, сколько было бабушке лет, ну и в состоянии, ну, просто она подошла, поздоровалась со мной и отдала спокойно деньги. Не деньги, а пакет. В пакете были вещи, постельное белье, полотенце и тарелка с кружкой. Вот. Мне сказали забрать именно с этого пакета деньги и пойти положить их и отправить. Преступная деятельность по обману пожилых длится недолго. Кто-то, как в случае с этой жительницей заводского района, попадается на первом же факте. Другие курьеры успевали объехать несколько адресов. Адреса мне присылали в той же соцсети. И в Юшанке, и в заводском районе. В центре тоже было. Какие суммы были? Разные. До полумиллиона. От 50-60. Работу находили в интернете. Там же получали инструкции, что и у кого забирать, кем представляться. Говорят, знали, на что идут. Но перспектива заработать легкие деньги была сильнее страха переступить черту закона. С каждой так называемой выручки курьеру причиталось от 5 до 10%. С начала года в Саратове задержано 48 подозреваемых в мошенничестве. Следственной частью Следственного управления установлены 115 фактов обмана пожилых граждан. Действия данных граждан являются уголовно наказуемыми. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Управление МВД России по городу Саратову призывает граждан не передавать денежные средства незнакомым людям. Напомните пожилым, что схема «Ваш родственник попал в ДТП» – это уловка мошенников. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.